Мы вернулись в студию, обсуждали новые повышенные тарифы на электроэнергию. Господа, у меня, кстати говоря, к вам еще один вопрос. Если отбросить геополитическую составляющую, если это возможно, конечно, в этом вопросе, стоило ли властям все-таки договариваться с Мултгаз по поводу поставки электроэнергии? Ну, вы знаете, мое мнение, что стоило, стоит и будет стоить молдавским властям ездить в Сталинград, Москву или в город трех революций Санкт-Петербург для того, чтобы договариваться о приемлемой цене на газ. Стоит договариваться с Мултгаз о приемлемой цене на электроэнергию. Стоит договариваться с, я не знаю, поставщиками бензина, солярки для того, чтобы получать приемлемые цены на этот товар. И все, что касается генерирования электроэнергии, поставок в Республику Молдова жизненно важных продуктов, жизненно важных услуг, всегда стоит идти, исходя из и соблюдая молдавский интерес, интерес молдавского общества, молдавского народа, идти и договариваться, что бы это ни стоило. Мы договорились насчет договора по поставке газа. Согласно этому договору поставляться определенное количество кубометров газа, а поставляется в два раза меньше, чем нужно было. То есть договор нарушается. Соответственно, мы ищем и договариваемся с другими народами по поводу поставки российского газа. И поставки электроэнергии. Действительно, шутки в сторону. Да, я поэтому предложила отбросить некий политический момент. Если «Газпром» учитывает, чисто гипотетически, что это было в одностороннем порядке, они сокращают объемы поставляемого газа. Что нам делать? Что делать правому берегу, когда левый берег не платил за этот газ? Давайте, что вы бы сделали давайте, в этой ситуации? Подождите. Всегда нужно идти, объясняться друг с другом, понимать друг друга, почему возникает та или иная ситуация. А может быть, российская сторона, увидев несерьезность, да, представителей нынешних наших властей, поступает на основании некоторых пунктов прописанных в договоре. В чем тут несерьезность? Есть договор, который должен соблюдаться. При чем тут несерьезность? То есть о чем вы говорите? Вот есть договор, который должен соблюдаться. Он не соблюдается. Мы уже этот договор подписали. Мы, вся страна, на собственной коже чувствует вот то, до чего вся вы страна там чувствует доподписались войну и доигрались. В соседней стране, которая создает эту ситуацию. Серьезно? А почему в соседней даже стране, нельзя абстрагироваться война, абсолютно от этой ситуации? Почему в соседней стране, где война, через которую транзитируется российский газ, получает этот газ по 12 леев, а мы по 30? Потому что они, спрашиваю, они транзитируют этот газ. И вот поэтому и они его не потребляют. Да? Российский газ потребляет. На украинскую компанию, что а почему даже не 12, а если не 8 леев? Украинские партнеры подтвердили, что они могут поставить этот объем газа. Просто «Газпром» не хочет поставлять нам. Вот эти сказки, я понимаю, что сейчас уже 21.00. По поводу общения с Приднестровской, с левобережной, с левой стороны Днестра. Людям не надо макароны на уши ставить, обсуждались. И, допустим, что вы обсуждались? Когда? На прошлой неделе была, по-моему, встреча нашего вице-премьера по реинтеграции. Была встреча с ними, да, и обсуждали, включая вот эту ситуацию, как дальше мы будем жить. Да. То есть, соответственно, плюс 1,5 лея на киловатт электроэнергии, который будет платить. Нет электроэнергии со стороны Днестра, нет газа для стороны Днестра. То есть они сейчас получают определенное количество газа, которое они могут использовать только для своих нужд, чтобы они не замерзли. Вот в сухом остатке знаете, что получается? Ваши каждодневные ошибки или за ваши каждодневные ошибки, к сожалению, платят молдавский народ. И вы даже не хотите признать эту ошибку.
Но молдавский народ вам... Ну, если вы считаете, что мы спровоцировали войну, и вот из-за нас повысились на 80% цены электроэнергии в Великобритании, или цены на газ в Европе из-за нас повысились, то тогда извините. Господин Боля, а вы не считаете упущение...